давай с той стороны выйдешь, попробуем. Так, темноты, боимся, что делать? А будет на зрителя, я незаметно накрался. О, Лёдочка! У нас второй выход после них. Ой, такой маленький! Ой, какой хорошенький! Ой, Тимоти, Буси, Буси! Потерялась я. Мне нужно к людям на праздник. Ой, а вы мне поможете? Вы меня выведете? Конечно, поможем, девочка. Конечно, поможем, маленькая. Мы всех выведем. Ой, кажется, там люди. Пойдемте к ним. Пошли. Так и будь, так и будь, саблями, так и будем. Так. Ах, вы меня обманули! Что вам от меня нужно? Да. Ну, весело, весело. Нам нужно большое, сногсшибательное представление, чтобы все пели и плясали. И тогда настроение станет новогодним. Это может сделать только Дедушка Мороз. Ну что ж, свои послания мы и пошлем Деду Морозу. А в итоге Дед Мороз синий-синий? Вы Снегурочку не видели? Потерялась, заблудилась внученька. Это что? А ты Снегурочку не видел? А, не видел. Видел. Где? С кем? Так, дедуля, Снегурка у нас.
Если хочешь, чтобы праздник состоялся, гони выкуп. Большое, крутое, сногсшибательное поздравление. Чтобы кучу народу пела и плясала. Подпись: добрые кровожадные разбойники. Так, хорошо, пойду готовиться. Все, да? А может, все-таки давайте непонятно, вот как видите, вы сейчас не смогли выйти на песню. Вот давайте пусть с Дедом Морозом. Да, смотрите, да. Тогда, ребят, надо все-таки остаться. Вот музыку. Дед Мороз российский закончился. Уйдите в сторону, уйдите. Нет, Дед Мороз тут, он российский Дед Мороз. Так, песня закончилась. И сразу включай свист разбойников. И пошли, выходите, не буду. Да, и говорит, ну, Дед Мороз. Ну что, Дед Мороз, порадовал ты нас. У тебя у всех хорошее новогоднее настроение. Забирай Снегурку свою. Так, Гош, нет, ты пока ничего не говоришь. Забирай, и мы тут на месте остались. А ты, Гош, ток напоследок сразу да. Уйдем. Забирай свою Снегурочку, только напоследок. Хочу людей повеселить, но для этого мне нужна моя помощница. Хочешь, угадаю, так, какой сейчас номер вытащит из мешка? Три. Номер три вытащит, цифру. Номер. По-любому, они третий раз тройку будут вытаскивать. Вот сейчас вот смотри. Хотя, может, другой попадется. Я вот пытаюсь понять. Так, ну, в среду попробуем, чтобы с мешком, и билеты я туда положу. Да, чтобы уже как бы все. Вот, значит, вышли вы, и я говорю, так, лотерею, посмотрите все на свои билетики, у каждого билете свои номера. Номера, вот забывайте, вспомните. Либо цифры. Номера, нет, не номера, цифры. Номера. Число, у каждого. Номера. Все номера. Все номера. Номер билета. Каждый пронумерован. Каждый зашифрован и занумерован. Так, ну что ж. Лотерею начинает наш поросенок. Он вытаскивает первый счастливый билет. Ну-ка. В мешке у Деда Мороза. Ну-ка. Волшебная музыка. Какой номер? Три. Я тебе говорю, постоянно три вытаскивают. Какая-то непонятная ситуация. Ура! Ну что ж, дорогие друзья, мы приближаемся к финалу. И тут выходит Дед Мороз. Говорит свои слова. Вот тут вот важно как раз. Ну что, друзья, надеемся, наше новогоднее представление вам понравилось. Нас на ветках и не весело искрится. Поля пушистым снегом замело. К нам в двери сейчас. Новый год стучится. Он принесет удачу и тепло. Так пусть счастливым будет он и ясным, а настроение светлым и прекрасным. Сразу песня. Все уходим на задний план. Давай, помните, да. Ба! Баба! Раз, баба, и нет его. Денис, только вот здесь вставай. Здесь вставай. Не-не-не, вот, вот здесь и туда цельте. Главное, чтобы он цельте не слово. Вот, знаете, когда, откуда как раз будет подсказка, сейчас будет в конце остановка будет новый, пауза. Год, и вы тут хлопаете. Бум! Тыщ! Да. Тыщ-пыщ! Хлопнули. Все.
Дорогие друзья, разрешите представить вам сегодняшних участников концерта и тех людей, которые вас радуют. Итак, коллектив Live in Dance. А мы вот с этими будем саблями? Нет, ну со своими. Не, мы можем и с этими. Оно, оно веселое просто смотрится. Только можно слово «разбой» кровожадный убрать? Здесь же мы такой более смешной этот спектакль делаем. Это для смеху. Да. Веселый, добрый, кровожадный. Добрый, кровожадный. Они же несовместимые. Это как бы смешно. Да. Так, да. А может быть, они притворяются добрые, а на самом деле кровожадные. Меня мама потом скажет, ты зачем кровожадный был? Она будет на концерте? Да. У меня дочь будет на концерте. Ради твоей маме. И ради его дочки. Можно как-нибудь заменить слово какое-нибудь, там, добрый, хитрый. Или... Добрый, блин, ужасный. Ну ладно, придумать. Просто это такое, как бы, аллегория. Это не то, что они кровожадные, просто... Добрый. Это давно уже решалось, и в итоге так и оставили, потому что это несовместимо. Уже хотели как бы тоже это узнать, а потом решили... А может быть, добрые и веселые? Да я, Катя, вы слишком... Нет, вы странные. Вы все-таки похитили Снегурочку-то. Да. Вообще-то ее, если что, нашли. Она вы потерялась. Вы ее похитили. Да? Вы ее обманули, вы ее завели. Ты мы ее людям, завели. А в лес к себе... А мне показалось, ее нашли, она потерялась. Нет, вы ее нашли. Да. Вы ее, она говорит, вы мне поможете к людям выйти? Конечно, конечно. А она же на Новый год идет, а вы ее к себе в лобу привели. Тут разбойнички. Жадничали до крови до нее. Я понял, как скажете. Но чтобы детей не... Потому что слово такое, Новый год, праздник. Нет, ничего не будут там, это просто, это же сказка, сказка. А в сказке и герои, и отрицательные, и положительные. Да. Вы в результате считали хорошим, что отдаете Снегурочку. Кровожадные ваши комары. Пиявки. Пиявки. Разбойнички кровожадные. Да. Ну да. Да ничего такого, даже это, мне кажется, мимо пройдет. Это уже лишнее. Это незаметно все пройдет. Это не обращайте внимания. Потому что из всего спектакля только по отношению к разбойникам такое слово... Тяжелые. Так Снегурочки его отнесем. Кровожадные Снегурочки. Все равно вначале-то вы отрицательные персонажи, да. А превращаетесь потом в добрых. Вы отдаете Снегурочку. Так хочется положительными быть. А что у нас? Давай будешь Дед Мороз тогда. Не-не-не, Дед Мороз я вообще не хочу быть. Все, я понял. Так, ну что, тогда мы с вами всеми встречаемся. Кровожадный раз в бой. Концерт, все номера, все как подряд. Среда генеральная, 18:00. Без 15:06, в 6 мы уже начали. Да? Успеваем? Да. Потому что очень все жалуют бабульки мои, что поздно, они вообще с ума за голову хватаются, чтобы в 6 начало. Ну извините, все работают как бы, у всех. Но они не работают. У меня у детей школа до 5:30. Ну в 6 уже смогут же они, пока мы начнем. Ну, ну все. Раньше просто никак. Вот, начнем, значит, то есть мы где-то стремимся к 15:06, чтобы все на месте просто будешь, да? Будем. Так, ну все, тогда спасибо. Благодарим. Что, непонятно? Костюмы нам. Вы знаете, как что? Кого я вот не знаю, ваших фамилий, Сереж, Дениса, не знаю. Макарищенко, Яшин. Померим. У тебя костюм еще не готов. Так, у тебя будет обувь. К среде, может быть, уже готов. Обувь. А обувь тебе какая надо? Ну, может, как копытца, вот такую черненькую быть в этих. Да? Ну все, ты поняла, что к 6, да? Ну все, тогда хорошо. Так, ваши фамилии сейчас записываю, потом вам даю одежду, да нам можно на генеральную, сейчас-то нам зачем? На генеральную, нам... конечно, конечно. Мы все верим, если что там, и такие разбойники, как из мультика можно. Волосатый. Повязка на голову, что-нибудь такое. Волосатая такая, да, она? У меня есть волосатая. Вообще класс. Ты мультик же помнишь, как они выглядели? Футбол волосатая. Какая-то растянутая, там майка. Одна вернее. Волосатая, а другая под настоящая. Ну вот волосатую можно да, Денчику. Да. У меня даже есть такие смешные очки, но это уже армян там получается. Там как видишь, носик. Да, такой, ну давай. Усики, может для смеху что-нибудь сделать. Вот его можно под армянов. Издевайтесь над ним такой. Так я с усами, я тоже. Ну да,
Я же уже с усами. А, ты уже сам. Мне как Брежневу только брови прилепить, чтобы это еще ходил. Тебе что, фамилию? Надо, сейчас мне скажешь так, и вы мне свою фамилию. Да. А я не скажу.